Всем привет! Вы на канале ТВ и распаковки. Сегодня у нас распаковки. Сегодня мы распакуем, покажу вам аккумуляторную газонокосилку от компании Enhel. Также распакую аккумулятор из родное устройство к этой косилке. Вот, пришел в такой коробке компания Enhel. Аккумулятор 18 Вт на 3000 мА, ну на 3 ампера. Идет зарядное устройство и аккумулятор. Так, здесь написано официальный партнер компании BMW, это немецкая фирма. Вот этот аккумулятор подходит на много устройств. Подходит он на газонокосилку, на триммер для скашивания травы, на болгарку можно поставить, лобзик, шуруповерт, профиратор, электропила. Очень хороший аккумулятор. Сейчас откроем, посмотрим, какая комплектация. Вот самое зарядное устройство и вот такой аккумулятор. Вот такой аккумулятор на 3 ампера 18 Вт. Вот он. И идет с таким зарядным устройством. Зарядное устройство на этот аккумулятор. Так, сейчас откроем, включим, посмотрим. Так, он так открывается. Так, включаем. Вот засветилась, видим, лампочка такая. И для зарядки сюда ставим аккумулятор. И вот начинает мигать красным, что идет зарядка. Ну, зарядка где-то происходит минут 50. И можно работать. Я купил аккумулятор для триммера. Вот идет такая мануалка. Для триммера можно косить где-то 80 минут, обкашивать. Потом снять, зарядить еще. И идет дальше зарядка. Ну, сейчас видим. Вот эта лампочка светит, это пока он сел, и пока зарядится, потом будет зеленый, вот, и он полностью должен зарядиться. Вот такая зарядка. Ну, поставим, пусть заряжается, а мы сейчас посмотрим на триммер. Ну, а теперь распакуем наш триммер. Так, собираем ножик, тут заклеено. И разрезаем вот. Так, открываем. И смотрим, какой он внутри. Так, тут еще немножко заклеено. Здесь и здесь. Так, вот такой он идет. Тут идет такая защита от травы. Вот она. Вот видим. Такая защитка. Вот. Такая сюда ставится. Это такой скашивать. Здесь леска не используется, а будет использоваться вот такая. Так. Теперь. И в комплекте еще идет 20 штучек вот таких ножей пластиковых для скашивания. Дальше у нас в комплекте идет инструкция. И такая ручка, вот такая большая, вот такой держатель. И идет подробная инструкция на разных языках. Здесь и германский, и британский, и французский, и итальянский, и русский, куча всяких языков. И вот сам вот такой бумажечка такая, что это официальный продукт, германская фирма Enhel. Вот порисованы все инструменты, к которому подходит аккумулятор. Вот вы видите, здесь какие хочешь есть. Здесь и пилы, и косилки, и, ну, в общем, куча всего.
аккумулятор очень хорошая штука. Один аккумулятор можно купить и подключать к разным устройствам. Вот такой мотор. Ну, надо еще сейчас разобраться, соберу, покажу, какая она полностью в комплекте. Это так откручивается, вот видите, вот раскручивается, и можно делать длину, вот какая надо, подрост и выставлять. Сейчас соберу и покажу, какая она в собранном виде. Все, вот собрал на косилочку. Вот такая она внизу. Такой барабан крутится. Это такая леска. И будет срезать. Вот. Так она внизу работает. Такая ручка. Вот сюда ставится аккумулятор. Кнопка с защитой. Ну, сейчас попробуем подключить аккумулятор и включить. Так, вот принес аккумулятор. Теперь можно немножечко вот сюда, где отсек для аккумулятора. Вставляем. Вот. И пробуем, как работает. Все, все прекрасно работает. Вот, нажимаем. И вот такая косилочка от компании Eichel. Испытал косилочку, косит, все нормально, я очень ей доволен. Не надо электрическая там провода постоянно тягать, леска, бензокоса тоже там с бензином, а тут в любой момент зарядил аккумулятор, пошел, в любом месте подкашиваешь. Запасные вот эти есть. Вот там запасные, где ручка, есть отсек, и можно их ложить в отсек, и они будут вот здесь, в этом районе. Вот можно их держать. И будут они там находиться для запаса. Но они материал твердый, износостойкий. Так что я думаю, надолго их хватит. Забуду, что такое леска. На аккумуляторе вот есть такой значок. Здесь видно заряд. Вот ставить. И когда он зарядился, встает полностью. Вот в этом рисунке написано. И вот мы его ставим на зарядочку. Потом здесь будет видно, сколько, когда он зарядится. Вот. И здесь, когда зарядится, будет лампочка. Вот видите, мигает еще чуть-чуть, и будет полный заряд. Так, сейчас я что-то вот надел, заряд пошел. Когда зарядится будет, перестанет мигать, будет зеленая, и заряд готов. На эту зарядку тоже можно, я купил 3 мА, есть 4, 5,2, вот разных мощностей. Ну, чем больше, тем дольше можно косить. Ну, мне это и будет достаточно. Вот такое приобретение. Так что всем советую. Есть на AliExpress похожие, только от компании Deco. Если то, оставлю ссылочки, где все можно купить, где от компании Deco можно купить, там тоже принцип той, тот там немножко дешевле дековский, потому что это Eichel германский, он дороже. Вот такое видео. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Всем пока.